Подозреваемого в изнасиловании двух дочерей жителя села Болек задержали в Алматинской области. По предварительным данным, мужчина издевался над ними в течение 10 лет. Об этом журналистам сообщили сами потерпевшие. Сейчас эту информацию проверяют в полиции. По факту заведено уголовное дело. Все подробности этой истории узнавала Адель Акжаркенова. Потерпевшие проживали в этом доме. По их словам, они терпели надругательство со стороны отца около 10 лет. Все это время они собирали доказательства и копили деньги, чтобы сбежать. О предполагаемом изнасиловании впервые стало известно в социальных сетях. Девочки 2001 и 2003 годов рождения рассказали о пережитом ужасе, когда им удалось сбежать из села Булек в Талдыкурган. Их якобы к действиям сексуального характера отец принуждал с 11 лет. При этом у подозреваемого две супруги. Но обе они утверждают, что не знали о совершенном преступлении. Верите в мужа или дочке? Кому вы верите? Скажите. Я верю дочкам. Все, до свидания. Я буду защищать права дочерей. Будет суд и будет все решать. Как отмечают соседи, семья, в которой проживали девочки, казалась спокойной и не привлекала особого внимания. Я давно здесь живу, знаю эту семью. Мне казалось, что они очень дружные. Глава семьи всегда здоровается, кажется нормальным. Я, если честно, в шоке. Не знал, что такое происходит. Да, живут здесь с двумя супругами и детьми, очень приличные люди. Мы никогда не замечали конфликтов или ссор. Все сейчас в замешательстве. Потерпевшие девочки в качестве доказательства якобы предоставили аудиозапись, на которой записан момент насилия. Но и эта информация проверяется. Зарегистрируем два уголовных дела по статье 121 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть насильственные действия сексуального характера. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен 58-летний подозреваемый гражданин Ц, который является родным отцом потерпевших. В настоящее время с участием фигуранта уголовных правонарушений проводятся все необходимые следственные действия. Сейчас предполагаемый насильник водворен в следственный изолятор. Назначены необходимые медицинские экспертизы. Если вина 58-летнего мужчины будет доказана, ему может грозить от 8 лет лишения свободы. Адель Акжаркенова, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал «Алматы».